Многие техно YouTube каналы существуют только онлайн, а их авторы и создатели не проводят встреч с подписчиками. А зря. Для нас выступление на фестивале гиков и любителей электронной музыки Alpha Future People – это уже третье крупное офлайн мероприятие. Первое было на Витфесте, мы говорили про железо. Второе – гик-пикник, обсуждали гаджеты и технологии будущего. Ну а здесь, на АФП, нам предложили тему, что ждет человечество в интернете вещей. С точки зрения очень многих, интернет вещей – это такой модный способ твитом вскипятить чайник по пути домой. Согласитесь, польза сомнительна. На самом деле все гораздо интереснее. Нет, конечно, можно управлять готовкой и стиркой удаленно, но и других, более толковых применений масса. В умном доме можно всегда поддержать комфортный уровень освещения с помощью жалюзи и умных ламп, и даже сделать из этого будильник. Или наоборот, сигнал ко сну, свет приглушается, идем спать. Можно контролировать качество и температуру воздуха, синхронизировав деятельность кондиционера, нескольких датчиков и приточного вентилятора с фильтром, и получать статистику по загрязнению на смартфон. Можно автоматизировать и поливку цветов, или даже имитировать собственное присутствие в квартире или доме, не говоря уже о безопасности в целом. Носимая электроника тоже важная часть интернета вещей. Фитнес-трекеры становятся точнее, но следующим большим витком в их развитии может стать имплантация набора микродатчиков в тело для контроля деятельности организма в реальном времени. Если появятся ранние признаки болезни, ваш лечащий врач узнает об этом раньше вас. И не вы запишетесь на прием, это вас оповестят, что пора обследоваться. То же самое и на заводе. Вот работает станок, и в нем надо менять подшипник. Раз в несколько месяцев. Поставили датчик, регистрирующий вибрацию, и производим замену только тогда, когда подшипник реально износится. На глобальном уровне интернет вещей – это уменьшение энергозатрат, затрат чистой воды. Например, есть виноградник, который нужно поливать. Воткнули в землю датчики через энное количество метров, подсоединили их к роутерам и солнечным батарейкам, и поливаем огород уже не по расписанию, а исходя из состояния почвы и растений. Самим растениям комфортно, а воды утекает меньше. В городах же управляем трафиком, энергией и другими ресурсами. Проверяем улицы на наличие людей. Если нет никого, свет можно притушить. И вот так, с помощью датчиков и интернет-модулей, можно сделать практически все, начиная от мусорных корзин, которые сигнализируют о своем заполнении, заканчивая мобильными точками городского Wi-Fi, переделанными из старых таксофонов. Лампочки остаются лампочками, станки станками, а наши тела нашими телами. Мы не переходим на что-то принципиально новое, мы просто учимся эффективнее использовать то, что имеем. Сеть и облачные технологии здесь позволяют оперативно, быстро и относительно дешево собирать данные из разных источников, сопоставлять их, хранить и оперативно решать возникающие проблемы. Это и есть философия интернета вещей. Если видео вам понравилось, покажите его друзьям. И до новых встреч на ProHiTech.